как вас зовут? Я Ильичева Екатерина, и моя дочка Ильичева Маша. Маша, тебе сколько лет? 8. Почему решили участвовать в нашем конкурсе? Мы увидели вот объявление, что проводится конкурс ко дню мамы. Я говорю, давай ты меня накрасишь, почему нет? Она, давай. И она сразу же подхватила эту идею. Тебе нравится делать макияж? Да. Ты кого-нибудь красишь, кроме мамы? Ну, себя. Себя? Подружек красишь? И кошек. Кошек? А вы отмечаете День матери? Ну, мы в День матери в этот раз ездили в Железногорск, в зоосад. А еще я для мамы и бабушки сделала подарки. Такой кексик с малиной по 10 рублей и шоколадка Аленка. А что ты своей маме пожелала на День мамы? Чтобы она была самой красивой. Екатерина и Маша, ваш ролик там понравился больше всего. Дочка замечательно накрасила маму. Большая молодец. Вы признаны победителями, и мы хотим подарить вам от нашей редакции подарок за участие в конкурсе и победу в нем. Поздравляем! Спасибо! О, здорово! Спасибо за участие. Спасибо, спасибо тебе, Маша, за пожалуйста, участие. Пожалуйста.